Инстаграм-аккаунт Алау буквально завален сообщениями от кустанайцев, которые жалуются на то, что за один проезд в автобусе оплату валидатор снимает как за несколько проездов. У кого-то оплата снималась дважды или трижды. Есть и особенно невезучие, у кого-то с карточки списалось сразу по несколько сотен тенге. В компании, которая обслуживает валидаторы в автобусах, пояснили, что в системе электронной оплаты произошел сбой. Сбились алгоритмы работы электронной системы СУП, конкретно Олимпы, в результате чего у людей начали происходить, то есть списываться ошибочные транзакции. Это продолжалось в течение практически всего рабочего дня. На сегодняшний день проводятся работы по сбору информации. Это займет, наверное, от 1 до 3 рабочих дней. И именно конкретно нам нужно сформировать базу по кустанайскому филиалу. Я имею в виду конкретно ошибочные транзакции. По словам Сагадата Ниязбаева, крупный сбой с такими большими суммами произошел впервые, но все деньги, списанные с карт пассажиров ошибочно, будут возвращены. Для этого понадобится время, чтобы обработать информацию. И уже на следующей неделе, заверяет директор филиала Олимпэй, все деньги вернут. Мы не отказываемся от того, что списались эти ошибочные транзакции. И, ну, то есть мы планируем все вернуть. Все денежки на следующей неделе. Со следующей недели рабочие будем производить возврат всем тем людям, у которых списались эти денежные средства. Возврат будет происходить по всем банкам второго уровня. Я имею в виду Каспий, Халык, Жусан, ну и так далее. Напомню, что это не первый системный сбой в работе валидаторов и транспортных карт. В июле с проблемой столкнулись пенсионеры. Тогда система не принимала платежи даже при положительном балансе. Каких еще сюрпризов ждать от валидаторов, кустанайцы не знают. Но пока их работой они остаются недовольны. Хамза Нурписов, Алия Досмагамбетова, РТН.